Понимаете, есть такое еще явление, мы к 14 годам становимся биологически взрослыми, мы деток уже можем делать, ну, да, вот. А социально и психологически, личностно мы еще не взрослые, да, вот. Мы, и вот это признак того, что он к своему возрасту, мы говорили, по-моему, да, ему 27, он не вырос, он остался даже, может быть, не юношей, немножко подростком. Потому что это еще то качество того возраста, оно должно где-то до 21 года сформироваться было, да? Ответственность, это еще ответственность, да? То есть в широком смысле шире ответственность, чем, да, дал слово «держи». Но вот ответственность, похоже, у него хромает, и да, и обещание, но это вот, в принципе, знаете как, ну, это ключевое мужское качество, он, его, он не сформирован. Поэтому он как бы не мужчина. Женщина любит мужчину. В этом смысле он не мужчина. Но, как вы видите, никто ему никогда не сказал, или он знает, но сопротивляется, да, что этого недостаточно для того, чтобы быть. Члена вообще недостаточно, да, для того, чтобы быть мужчиной. А из остальных качеств, по сути, зарабатывать деньги. Ну, по большому счету, женщина тоже может зарабатывать деньги. Есть, понимаете, как общие человеческие свойства. Есть женские, есть мужские. Так вот, в принципе, конечно, держать свое слово и женщина должна, да? Но вот уж мужчина-то гораздо более должен, да, вот такое. И ему гораздо менее простительно, что он его не сдержал. Ну, женщина немножечко как бы к ней относится, и, я считаю, должны. Снисходительные в этом смысле, да, то есть она... где-то ввиду своей там природы, какой-то внутренней, может быть, нестабильности, может где-то в чем-то не сдержать. Ну, тоже, как бы, должна к этому стремиться. И по большому счету, он просто не знает, что такое мужское, он не знает, что такое женское. Но, опять же, это может быть потому, что в ключевое ему время, когда он рос, рядом не было мужчины достойного, на которого он воспел и равнялся. Да, и вот, похоже, что просто нету, знаете, вот в нашей голове там есть такие как бы ящички, да, и там что-то должно лежать, а у него там пусто. И знаете как, вы ему пытаетесь донести, но знаете, вы ему сделаете добро тем, что уйдете. Вот после того, как вы ему все это говорили, у него потом это все всплывет. Вот поверьте... старому, да, бородатому, очкастому мужчине, что потом, когда вы уйдете, там информация появится. А он отмахнулся при вас. А когда уже он все потеряет, он, вот, это вот очень часто все-таки уже на обломках отношений мужчина наполняет вот свои вот эти, да, пытается эти качества, он соглашается с женщиной. Он соглашается, потому что он потерял, понимаете, как. И он взрослеет. Конечно, это такое очень катастрофическое взросление. Ну, а что поделаешь, если не получилось по-другому. И вы ему этим сделаете добро. Да, то есть уходя и давая понять, что так не должно быть. Ты так не будешь счастлив. Ты не будешь счастлив, потому что женщина, которая тебя искренне любила, в тебя поверила. Тебе поверил, это разные вещи, кстати. Тебе поверила и я поверил. Тебя поверила — это то, что ты можешь дальше развиваться, ну, и стать еще более достойным, да, то есть. А тебе поверил просто, ну, давал обещание непосредственно, да. И, ну, как могла, так и старалась, чтобы было все хорошо. Она не выдержала, в конце концов, да, несмотря на ну, женщины, они более долготерпимы, ну, и как бы... Не просто принимают эти решения.